Добрый день! Поставьте лайк и подпишитесь. А теперь к новостям. Медики обнаружили у 82-летней российской актрисы Ларисы Лужиной аневризму сосудов головного мозга. Это очень опасное заболевание. Как рассказал врач в эфире программы «Секрет на миллион», аневризма у актрисы располагается в области левой внутренней сонной артерии. В любой момент она может разорваться. Кроме того, аневризма может приводить к судорогам, сильным головным болям. Вылечить аневризму невозможно и оперировать ее в таком месте нельзя. У звезды советского кинематографа есть и другие проблемы со здоровьем. У артистки повышенный холестерин и изменения в щитовидной железе. В эфире шоу Лужина поведала, что ранее у нее уже были проблемы с сердцем и сосудами. В 30 она пережила гипертонический криз, а несколько лет назад ей делали операцию на сердце. Спасибо! Вы ценный слушатель!